Приветствую вас. Вы знаете, читая ваш текст, у меня возникло ощущение, что вы слишком много себе подавляете. Так у меня возникло чувство. У меня возникло чувство, что вы слишком много себя контролируете. У вас переизбыток идет такой подавляющей энергии. То есть зажим. Нельзя, не должен, наоборот должен, вот, но нельзя. То есть мне кажется, что вся история, она в этом. То есть вот откуда у вас вот это вот чувство, что вы кого-то бьете, или что-то еще? Откуда? Ну вот вы попробуйте пройти, да, допустим, к той же стене, допустим, да, или даже не к стене, а к груши, например, ну, боксерской. Вот, и ударите ее. Просто боксерскую грушу. Вот. Что произойдет? Ну, вы ударите один раз, ударите два, второй, третий, четвертый, пятый, да? Вот. Вы будете бить, в определенный момент у вас будет что-то типа злости, да? Вы будете злиться. Вот. А потом все пойдет на убыль. Ну, то есть, энергия начнется как бы спадать. Вот. И вы думаете, что это случайно произошло? Нет, это не случайно. Вот у вас есть эмоции, вы их, эти эмоции, свои. Значит, ну, грубо говоря, выразили, да, вот, вы их выплеснули, свои эмоции, все, вам стало хорошо, вы расслабились, а потом увидели, что беспокоило, вот. Ну, вообще, не говорю обязательно, вот в этом случае. Тут вы говорите про, ну вот вы говорите, появился потерять контроль. Контроль над чем? Не слишком ли вы много контролируете вообще? Ну, всего. Своей жизни. То есть не слишком немного пытаетесь контролировать. Может, не надо так много контролировать. Как это вы делаете сейчас? То есть тут вот нужно, конечно, исследовать этот процесс. Да, вот, и раскрывать ваше подавление, то есть, что я себе подавляю, почему я себе подавляю, вот, что мне хочется, чего мне хочется, и как мне хочется, вот, понимаете, ну, это важно для вас. На самом деле, даже не только для вас, а вообще для любого человека важно чувствовать, что он себе подавляет, чувствовать, как он это делает, и уметь правильно отреагировать. Вот. То есть вам, по факту, вам не хватает именно реагирования, то есть действий,
которые бы снимали напряжение у вас. Вот не хватает этих действий. Ну, этому, в принципе, можно научить. Вот. Что касается контроля, то это границы ответственности, да, то есть, ну, старайтесь подумать, вот, за что вы отвечаете. Ну, вообще. За что вы отвечаете, отвечаете, за что пытаетесь отвечать. Вот. За что должны отвечать. Почему должны отвечать. Что это аргумент, да? Что будет, если вы, ну, не будете отвечать за это вот, за то, что, ну, за что-то из того, что вы, за что-то из того, за что вы отвечаете, что произойдет в этом случае. То есть это все вот такие важные моменты, которые необходимо вам для себя посмотреть, ну, как следует посмотреть, то есть прямо изучить, да, не просто вот секунда и все, а именно вот исследовать, изучить, тщательно это все нужно сделать, вот, чтобы, ну, чтобы качественно процесс этот происходил, проходил, точнее, вот. А вот, в принципе, это то, что можно сказать. Что касается того, что вы говорите с собой, да, то есть, вот какие-то мысли вслух у вас, то здесь история такая, что, опять же, вы, возможно, мало кому просто доверяете, мало кому раскрываетесь. Вот. То есть я, конечно, не знаю, может быть, я и ошибаюсь, но вот это мне подсказывает, что вы довольно такой, ну, зажатый человек. Вот. И лишний раз проявить себя для вас, ну, если не серьезная проблема, то, по крайней мере, стресс. Ну, как минимум, стресс. Вот. Поэтому, если это так, если это действительно так, то с этим можно и нужно работать. Вот. То есть это можно и нужно корректировать на самом деле. Все это вполне реально, все это вполне можно отрегулировать так, чтобы вас это не беспокоило, ну вот на таком уровне, на каком это беспокоит, например, сейчас. Вот. Ну, опять же, да, при условии, если вы сами, если вы сами готовы и хотите работать. Вот. Ну, в этом направлении. Вот так. Потому что без, без помощи, без работы, индивидуальная работа. Ситуация может усиливаться, ситуация может загубиться, вот, стать более такой, ну серьезный, ну, вот, вам будет тяжелее с ней что-либо делать. Вот. Так что, смотрите, решать вам. Вы хозяин своей жизни, вот. Только запомните, что вот,
что бы вы ни делали, если вы что-то в себе подавляете, да, ну просто, если вы что-то в себе подавляете, что угодно, что-то, ну, то желание, именно желание, которое вы в себе подавляете, они рано или поздно дадут знать о себе. Вот. Так или иначе. Поэтому моя рекомендация будет более заботливая к себе относиться. Вот. То есть просто заботливее к себе относитесь. Вот. Прислушивайтесь к себе. Смотрите, что вам хочется. Ну, больше, да, вот, поразмышляйте над, на тему того, как можно было бы это реализовать, да, вот, то есть вот это все, в принципе, ну, можно сделать, все реально, вот. Но если не справитесь сами, то, соответственно, обращайтесь за помощью. Вот. Будем рады вам помочь. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен для вас. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку. Я буду рад вам ответить, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего доброго и удачи.